Всем привет, с вами Прия. Знаете, в голове моей на самом деле очень много мыслей по поводу каких-либо гайдиков, по поводу каких-либо интересных вещей, которые могут помочь, допустим, новичкам при старте контента на Аргусе, каких-либо там прошлых обновлениях, мол, типа, как не облажать, как не упасть в лужу, не упасть в грязь, все эти абсолютно слова можно употребить к моим таким мини-гайдикам, мини-монологам, что ли. Так вот, сегодня речь, скорее всего, пойдет о том, как же нормально одеться на Аргусе. Ну, типа, когда стартануло 7.3, а стартануло оно 30 августа, само собой, даже отдыхая в другом городе, я со своего ноутбука не с самым лучшим звуком и вебкой подрубил стрим и рассказывал и показывал все то, что происходит на Аргусе. И летели такие вопросы, мол, то, что «Макс, а вот как одеться в 7.3? Вот я вот только возвращаюсь в игру. Стоит ли вообще? И вот я там, допустим, 900-го эквипа, а немного ли я потерял?» Так вот, вы вдумайтесь, я специально сейчас иду к этому торговцу. Мы берем за 650 новой валюты, это аналог осколкам пустоты, да, мы покупаем то, что мы хотим, по факту. Релик определенного типа теперь можно купить. За осколки пустоты там рандомно падало, а тут теперь определенно можно. То есть, допустим, железо, огонь, кровь, тень, буря. То есть все это можно выбрать. Вот. Ну и другие релики. То есть у меня только эти открыты. Если мы выберем... Ладно, все, молчу. Вот. То есть если у вас там, допустим, реликвия жизни, у вас будет реликвия жизни тут. Ну, у меня ее нет, потому что я за воина играю. Вот. То есть вот так можно одеться, как вариант. Мы фармим эту валюту, получаем ее с рарников, с квестов, с цепочек заданий, локалок. С убийств рарников или с обыска сундуков. Да, по-моему, все сказал. Скрываем вещицу. Лутаем вещицу. Лутаем вещицу, в принципе, с рейда даже. Что самое интересное, переливчатый космический осколок — это аксессуар, который дропается с гробницы Саргераса с Килджедена. А между прочим-то, это весьма интересно. То есть, если вы вот вернулись в игру, вас не берут в рейды, а вам, допустим, нужен какой-то определенный тринкет, допустим, с рейда, то таким образом можно его вытянуть. Да, шанс достаточно низок. Но все же реализовать все это можно. Итак, идем дальше. Помимо обычной покупки этих вещей за дымчатый аргунит, мы делаем локалочки и также получаем шмот. Третья реликвия теперь открыта абсолютно для всех. Правые таланты, точнее квесты на них делать уже не надо. Все, в принципе, отлично. Выполняя саму цепочку на Аргусе, вы там также получите и достаточно валюты, и шмота подкинут, и всего-всего-всего. И тоже относительно быстро вернетесь в игру. Различные еженедельные события, которые подбадривают вас каким-либо шмотом. И при этом эти еженедельные задания, еженедельные события, они не слишком-то требовательны к вашему эквипу. Да, возможно, они требовательны к вашему умению играть в эту игру, умению играть за свой класс. Но это MMORPG, в нее надо уметь играть. Если не умеете нажимать 5 последовательных кнопок, ну не знаю, можно там в копателя пойти играть или там веселую ферму идти окучивать. Кстати, топ-тема. Кто играл, плюс в чат. Вот. Это все к чему? То, что путей одеться на самом деле очень много. Можно рассматривать путь как PvE, то есть вы убиваете world боссов, вы делаете какие-то локалки, вы получаете валюту, вы покупаете за все это дело шмот, вы проходите рейды, вы проходите LFR, вы дропаете легендарки. Кстати, если же кто-то вдруг недавно вернулся в игру, и на его персонажа вообще ни одной легендарки не одета, и у вас есть хорошее количество золота, то вы можете идти на аукцион
и купить для своего класса легендарный предмет, который для самого начала, в принципе, будет весьма неплохой. Таким образом, на латных персонажей можно купить крафтовый поясок, на кожаных персонажей, назовем их так, можно купить ступни, на тканевых персонажей плечики, а по-моему, те классы, у кого кольчуга, там перчаточки. В этих крафтовых вещах по 3 сокета, по 3 гнезда. С этого мы получаем еще дополнительно 450 вторичной статы. А это примерно 2% характеристики. А если вы купите эту легендарку тогда, когда вы только раскачиваете своего нового персонажа, ну, допустим, кто-то еще вообще в Легион не играл, эти легендарные вещи можно надевать на 101 левеле, и они ускорят вашу прокачку. Притом очень сильно. К тому же некоторые легендарки повышают вашу скорость передвижения. Почему бы их и не использовать? А все финальное одевание, оно складывается к тому, что мы ходим мифические подземелья с ключом, по-другому мы их называем мифплюсы, закрываем в неделю хотя бы 10-й ключик с целью получения 935-й максимальный в текущий момент вещицы с недельного сундука. Недельные сундуки появляются в среду. Вот, просто ходим мифплюсы ради достижения лута, как вариант. Если же вы относительно недавно в игре, то можете брать, допустим, людей своего типа брони. Допустим, вы играете за воина, то не поленитесь взять с собой каких-либо рыцарей смерти или паладинов. Это относительно не помешает в низких ключах и поможет одеться на таких вот первых ранних этапах, скажем так. На самом деле очень много мыслей. Я прыгаю так с одной темы на другую, на самом деле, но я надеюсь, то, что вы абсолютно все улавливаете. Хотя бы, ну, что-то принимаете для себя какую-то новую информацию. Надеюсь на это. Вот, рейдики, как вариант. То есть можно пойти, допустим, поиск рейда, прокликать, все пройти, ну, что-нибудь упадет по-любому. А это что-нибудь может еще либо закалиться в бою. То есть это плюс 5, плюс 10, по-моему. А, ну и все. И может стать коваными титанами. Это вещица уже плюс 15, плюс 20 и вплоть до плюс 75 к эквипу. Чтобы было проще в понимании, покажу обычную ситуацию. Вы идете с Цитадель Ночи. Вы убиваете три лекса в режиме поиск рейда. И вам, допустим, падает не 860-й плащик, а 935-й. Что, плохо, что ли? Да, ну нет. Ну, это шанс, конечно, маловат, но все же. Я бы очень удивился, если какому-то вновь прокачанному персонажу упала бы такая кошерная шмоточка. Я бы порадовался, искренне при том. Потому что такие проки всегда радуют глаз. Так, что еще? Обычные рейдики, да, то есть если уже маленечко оделись и понимаете, что вы можете отыгрывать своим классом весьма неплохо, скажем так, уже с реальными людьми в условиях реального времени. ЛФР я не рассматриваю как сложность, это просто люди, желающие быстренько все пронести там ради каких-то квестиков, квестиков профессии, квестиков оплота, да и все. Вот. А рассматриваю уже реальные рейды, Normal, HM, а в дальнейшем Mythic, то, разумеется, нужно понимание своего класса и нужен правильный приоритет характеристик на вещах. Важно не одеть максимальный эквип, важно одеть его правильно. Но на начальных этапах можно одевать что угодно, на самом деле. А уже, наверное, с 900-го начинать задумываться. Хотя все зависит от вашего темпа игры. То есть, если вы будете делать только локалки, то с 900-го эквипа вы не скоро уйдете. Как-то так сейчас в Легионе получается. В Легионе все очень сильно завязано на проках. Не будем это скрывать, будем откровенными. Очень много завязано на проках. Человек, пошедший в поиск рейда, может получить 935-ю вещицу. Вы же, мифик рейдеры, допустим, лутаете 930-е с босса. Ну,
Да, это баланс, да, это какая-то там, может, стабильность в этом прослеживается, но это суровая реальность. Все завязано на пробках. Кто-то получает 955-е вещицы, это максимальный их в текущее время, а кто-то получает обычные 935-е вещицы с недельных сундуков. Обидно, не спорю, но таков легион. А легион не прощает, как говорится. На самом деле, я так все описываю, то, что все на самом деле так печально в легионе, все так грустно. А нет, на самом деле, если прикладывать усилия к этому, если тратить на это достаточное время и тратить его с пользой, что самое главное, не просто сидеть, у камина в гарнизоне, именно в гарнизоне, а, допустим, сидеть и делать хотя бы те же локалки с целью прокачки артефакта, проходить с друзьями мифические подземелья с ключом, то что-то вы будете получать. Рано или поздно вы получите свою первую легендарку. Это будет незабываемое ощущение. Вот. У меня, допустим, абсолютно все видосики на легендарке есть в ВК-группе. Кому интересно, там еще, кстати, розыгрыш проходит. Можете зайти так и посмотреть. Может, вам понравится, а может и нет. Ну, если не понравится, вы мне скажите об этом, чтобы я знал. Вот, получайте первую легендарку, получайте вторую легендарку, третью, четвертую, пятую. Потом бац, просыпаетесь, и у вас все 21 на воине при том. При условии, что вы не играете на воине. Вот это, кстати, было бы забавно. Вот, и начнете уже ротировать потихонечку эти легендарки. Начнете понимать свой класс. И потихоньку начнете разбираться в легионе, и все будет идеально. Прокачайте артефакт, получите доступ к Тигелю, Света Пустоты. Доступ к нему откроется с 13 сентября. Будете раскачивать свой артефакт там дополнительно. Чем больше у вас уровень артефакта, тем больше иконок вы там сможете вкачать. Это классно. Это дополнительное улучшение. А дополнительное улучшение — это значит некий нерв для старого контента. То есть гильдии, которые убьют большее количество боссов, их станет больше. Но а значит, скорее всего, при вступлении в новую гильдию с вас уже не особо будут требовать такой вот прям, ну, классный результат. Средний, да. Если прям классный результат, ну, это уже какие-нибудь мировые гильдии и прочее. Да, на самом деле, надеюсь, что мысль вы мою поняли, то, что Легион — это дополнение, которое нужно играть, в котором нужно отыгрываться на максимум, если вы хотите получить максимум. Сидя, грубо говоря, на жопе, вы ничего не получите. С неба вам ничего не посыпется, кроме дождя и снега. Увы. Всех вам благ, счастья, здоровья, как говорится, легендарок побольше. А вновь пришедшим игрокам, вновь пришедшим людям на стриме, я всегда рад, как говорится. Берегите ноги. До скорого.